Долг платежом красен. Старинная русская поговорка. А что делать, если кто-то не хочет платить по счетам? Например, муж не хочет исполнять супружеский долг, и к коллекторам не обратишься. Давайте узнаем у горожан, какие существуют способы для законного получения супружеского долга. Я бы, наверное, шантажировала. Шантажировала его детскими фотографиями, говорила всем, выложу, покажу. Шантаж – лучший способ. Я думаю, вначале нужно все же поговорить, сказать, что тебя не устраивает, чего бы ты хотела. Но если не понимает, то, конечно же, брать все в свои руки. Мой самый действенный метод все-таки лишение еды. А на войне все средства хороши и даже шантаж. Но супружеский долг заначки не терпит. И самое главное в таких амурных делах, я думаю, все-таки искренне любить своего мужа и не бояться падать вместе в долговые ямы.